поздравляем всех с праздником, с Рождеством, с Крещением. Всех благ и самое главное мира. Самое главное здоровья всем и счастья. Посмотрите, сколько еды. У нас сегодня семейный день. Сейчас мы обедаем в таком узком кругу. Одни женщины собрались. Это бабушка. Бабушка, как ваши дела? Отлично. Приятного вам аппетита. Спасибо. Главное, что обед женщины, вон персик. И персик, малышик, малыш персик. Маленький малыш, малыш. Ты наш сладкий, тебя тоже с праздником, с праздником. Все, всем приятного. Все, привет, Улечки. Привет, все. Такие нарядные, прям, ну, прям вообще красивые. Лежа, мамы, прям красивые. Ну все, кушаем, кушаем, поехали. Наставь меня, Мар. Вот это называется альбом. В 2019 году таких штук уже у людей нет. Понимаете? Это уже называется, да, прошлая эра. Вот так вот сидим, вспоминаем детство. Персик. Персичек мой маленький, дома уже кайфует вовсю. Тебе спать пора, да? Спокойной ночи. Хорошо, мама, да? Сегодня праздник, поэтому мы собрались все вместе за одним большим столом. Наготовила мама всяких штук. Наталья Евгеньевна привезла колбаски с привоза с Одессы. Так что сидим и отмечаем. Давайте, передавайте привет. Всем привет! В общем, у меня красивая прическа. Я знаю. Спасибо. Все, спасибо.